Игорь Воинов – давний поклонник бокса, за боями следит в основном по телевизору, но не смог пропустить схватку мясского боксера по прозвищу «Талант» с аргентинцем Луисом Морено. За плечами у соперника Кости было 14 боев на профессиональном ринге и ни одного поражения. К этому поединку наш земляк готовился основательно 2 месяца, тренируясь в Америке, оттачивал технику, просматривал видеозаписи боев. Очень серьезно готовился к этому бою, прошел сбор в Америке, 2 месяца в Чикаго, неделю в Лос-Анджелесе. Вот, набрался очень серьезный опыт, колоссальный, конечно. Может быть, он где-то и пригодился мне сегодня. В ближнем бою защита, вот, ну и жесткий удар, над которым я там очень серьезно работал. Из-за отказа чемпиона южной и юго-восточной частей Аргентины Луиса Морено в 5-м раунде техническим нокаутом, боксер из Миаса Константин Пономарев по прозвищу «Талант» под рев трибуна держал победу и отстоял титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC. Поздравил с победой Костю сегодня глава округа Игорь Воинов, поблагодарив за красивый бой, за то, что спортсмен повышает имидж города на высокой спортивной арене. Такое неординарное событие в нашем городе первый раз. Отстоявший свое звание чемпион мира среди боксеров-профессионалов, это еще раз подтверждает, что Миас – город талантливый, город неординарный. И то, что в тебя я видел лично, когда присутствовал на твоем бое, влюблена вся публика, которая там присутствовала, это совершенно искренне. А уже за столом спортсмен поделился с главой округа своими дальнейшими планами в карьере профессионального боксера. Да, очень серьезная поддержка была. Наверное, полгорода Миаса, был весь Челябинск там, и все друзья, родственники болели очень хорошо за меня. Тебе лично что дала эта победа? Теперь мы будем готовиться, я думаю, к новым вершинам, к завоеванию новых титулов. Следующий бой Константин проведет 8 апреля, имя соперника пока определяется, после чего его вновь ждут тренировочные сборы в Соединенных Штатах. Игорь Каблуков, Александр Лядов, программа «24 Миас».